И еще одна любопытная и распространенная ситуация. Идет опережение, но полоса для этого скоро закончится, а водитель Фьюжина решил показать, что у него мотор мощнее. Ну и что делать двенашке? Скоро встречка. А если пугануть? Я не оправдываю водителя Лады, но это было классическое препятствие опережению. Как там в народе? Мирой яму другому, сам в нее попадешь.